и быстро появляются черные точки. Белькия! Доброе утро! Сейчас скорее 5 часов. Мы собираемся в природной поездке. Мы летим куда? Скоро вам покажу. Корейская традиция для беременных женщин, что до рода 3 или 4 месяца ехать на путешествие. Все, прошли паспортный контроль в аэропорте. Очень жарко. Нас забирает друг нашей подружки. Он живет на Гаме очень давно. О, чокода! Чокода, чокода! Какая! Hi, are you Jay? I said you got the coolest car here. Wow. 진짜 크다. 와. Half of the people here speaking Korean. So you know, before we go. Thank you, Jay. 자, 우리 할리 부가스. 우와. 오고시. 아니, 다발이 자꾸 이 나피토. Мы делаем чек-ин. Так, открываем. 안녕, привет! Ничего не надо делать, просто отдыхать с Милки и Юн. Посмотрите! Правда, я не знаю, что надо делать. Здесь просто можно 24 часа лежать и отдыхать. Ура! Хорошо, будем веселиться до рода. Так, мы решили с Юном чуть-чуть гулять и посмотреть море. Как картинка. Я не знаю на русском, но это starfish. Привет! Okay, with ice cream. So, rice. So you want the local moco? Yeah. Вот здесь видите рыбы? Они плавают. Очень чистая вода. Говорят, плавать нельзя, потому что змеи здесь живут. Еще, если видите, там волна. Там очень крутой степень, поэтому нельзя туда идти и плавать. Speaking swim without glasses? Yeah. How can you open time. His eyes under the water? He has fish eyes. Люди здесь написали желание. Так, дорогие, если звук нечетное число, тогда будет дочка. Если четное число, то будет сын. Тогда сделаем. Хэба. Три раза. То есть у нас дочка. Немножко холодно, но я хорошо плавала. В
воде живот очень легко чувствуется. Так, мы приехали еще покушать. For milky, для milky. Доброе утро! Сегодня мы приезжаем в другую гостиницу. Мы попрощаемся сегодня с этим видом. Детские одежды я не могла просто пропускать. Мою не купила, а детские почти все купила здесь. Не могу. Да, наша вторая гостиница.이만한 것도 있고, 요만한 것도 있고, 조그만한 게 그 산호 사이로 이렇게 왔다 갔다 하는 산호도 있어? 우트라 플라바유 сняли машину и будем ездить, потому что на Гуаме слишком дорого. Если 10 минут ехать, то от 25 долларов до 30 долларов, поэтому лучше день 70 долларов снять машину. Так. Юн будет водить машину. Вот ты его, кучигун? Я по писан гате. Мы до этого пешком ходили. Погода такая хорошая. Они дома и путь, она его. Я вернулась в гостиницу. Мой день сегодня закончился. Сейчас будем снимать макияж. Кстати, на Гуаме очень жаркая погода, еще очень влажная. И быстро появляются черные точки. Здесь я вижу людей, и у них тоже очень много черные и белые точки. У меня тоже так много появились черные точки. Я это не могу терпеть, поэтому сразу сейчас буду убрать. Я не пользуюсь полоской черной точки, которую надо оклеить. Все равно это раздражает кожу, и в последнее время кореянки меньше и меньше пользуются такой полоской. Кстати, самый хороший способ, как мягко, без раздражения убрать черные точки, белые точки, это гидрофильное масло. Я специально взяла гидрофильное масло, которое я в Корее пользуюсь. Здесь есть такая штука, даже в чемодане не втекает. Я хочу показать гидрофильное масло поближе. Это в золотом яблоке уже нету, потому что все распродалось. В Корее тоже достаточно популярно. Масло жожоба очень похоже на человеческий жир. Поэтому у кого было раздражение после пользования гидрофильным маслом, то я советую пользоваться Поселимекс гидрофильное масло. Так, тогда начинаем снимать макияж и убрать черные и белые точки. Тушь, и брови, и всякие тушь. Здесь тоже помада. Два раза. Обязательно на сухой руке. И на сухой руке. Мягко. Видите? Как черные стали. Когда убирать черные точки, шнурами делайте массаж. Тогда вы чувствуете на пальце черные точки. 5 минут делать нелегко, но очень эффективно убрать.
Да, наверное, вы видите, здесь у меня черные точки и белые точки вышли, и вот это шелухиня кожи. Это гидрофильная масса от Селимекса, очень легкая, как вода, отличая от других гидрофильных масел. Теперь обязательно надо очистить кожу пенкой. Все, посмотрите мою лицо. Очень чисто снимали. Чтобы совершенно полностью убирать черные и белые точки, тонер 5. Тоже от Селимекса. В оливьёнке первое место. Две части. Вот это очень мягкий, а вот это немножко грубый. И я держу, убираю еще остатки. Этот тонер 5 очень хорошо убирает шелушение кожи, поэтому я пользуюсь на локоть. Уши тоже. Тогда покажу вам, насколько хорошо убирались черные точки и белые точки. Юки, 안녕하세요. Милькия, апая, Милькия. Хонинне. У. Милькия. Оте. Тельжа. 잘 자. 잘 자.